Итак, друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня мы с вами будем смотреть распаковку посылки, посылки со спицами. Напомню сразу, где мы с вами собираем. Спицы мы собираем в группе ВКонтакте. Вся информация на группу и как в нее перейти будет под этим видео. Вам нужно только перейти по ссылке, и вы попадаете ко мне в группу вязания с Татьяной. Заходите к нам, присоединяйтесь и приобретайте и радуйте себя нужными товарами для вашего любимого хобби. Итак, сегодня, девочки, пришла поставка со спицами. В принципе, доехала за 2 недели быстро. И мы с вами будем сейчас ее смотреть. Их хоть пусть и не так много пришло, но они настолько долгожданные, настолько мы их ждали, настолько они радостные и волнительные. Ну, это просто какая-то сказка, да, я бы так сказала. Когда приходят спицы, вообще пряжа, мы радуем себя такими нужными товарами для рукоделия. Первое то, что я вам хочу показать, это вот такой набор Зинги от KnitPro. Укороченные номера 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. 7 пар укороченных спиц. Они запакованы в такой чехол и имеют еще одно отделение, 2 лески по 20 сантиметров, 2 ключика и заглушки. Вот такой набор в удобном чехле. Удобно брать с собой, перемещать. И пришел еще один. Вот этот один для меня, девочки. Я решила себя порадовать таким же укороченным набором. И будет у меня, потому что большой набор Зинги у меня есть. Я его покупала еще, наверное, 2 года назад. И я решила взять себе еще такой же один укороченный, металлический. Вот. Вот такие вот спицы. Красота наша. Долгожданная, я хочу сказать. Так, давайте посмотрим, что здесь есть еще. Здесь есть россыпь. Россыпь спиц, как обычно. Так, давайте смотреть, какие и что. Так, носочные штучные спицы 20 сантиметров, номер 2,75. Также 20 сантиметров, номер 2. Это металлические Зинги KnitPro, номер 2. Еще номер 2. Так, 2,75. Еще один набор, комплектик. Такие спицы можно покупать как штучно, вот такими наборчиками, так и в наборах они идут. Так, 2,75. Еще один наборчик. Так, 2,25. Желтенькие. Также 20 сантиметров. Еще одни 2,25. Еще одна двоечка, девочки. Ну, понятно, сейчас все девчонки, все рукодельницы вяжут носочки. Так, линейка для определения размера спиц. Слоник такой сиреневый. Это деревянная или пластиковая она. Так, дальше. Зинги KnitPro на леске несъемные. Леска 60, номер 2. Леска 80, номер 2. Леска 100, номер 2. Укороченные спицы 40, леска, номер 2,5, девчонки. Вот такие, для вязания шапочек, наверное. Так, 2,5 носочные спицы, это металлические все спицы. Номер 2,5. Лесочка 60, номер 2,5, красные спицы. Снова носочные, металлические, 2,5, 20 сантиметров. Три пары, 20 сантиметров, номер 2, 25. Вот они, красивые, они все красивые.
Также носочная спица 20 сантиметров, номер 3,5, девчонки, Зинги. Так, Smart Sticks. Это уже другой размер, длина. 14 сантиметров длина спицы, номер 2,5. Вот такие вот Smart Sticks. Это металлические спицы. Идут вот, ну, они в разных цветах бывают, соответственно, в зависимости от номера. Вот такие вот пятнистые. Так, съемные Зинги, номер 3. Съемные. В наборах троечек не бывает почему-то. Съемные укороченные Зинги, 3,25. Леску любую накручиваете, и все, девочки. И вот они, лесочки, следом. Леска, красный тросик 100 сантиметров и черный тросик 80 сантиметров. Так, это еще не все, естественно. Ну, она хоть и небольшая поставка, но не настолько маленькая, да? Так, достаю дальше. И будем смотреть с вами дальше. Стопочка. Так, съемные, девчонки, новый металл. 3,5 съемные. Я думаю, вот сейчас, сегодня 7 ноября, я думаю, мы можем еще успеть разочек до Нового года выкупиться. Если поднажмем, как говорится. Съемные укороченные Зинги, металлические, номер 3. Дальше. Маркерочки красненькие. Вот такие. Следом идут Symphony Wood, девочки, деревянные спицы, не съемные, это идут на леске. Леска 80, номер 3 спицы. И еще одни, таких две пары. Дальше Зинги, не съемные, леска 60, номер 2, 75. Леска 62,75, еще одни. Symphony Wood, 80 сантиметров леска, номер 2,5. Так, девчонки, носочные спицы Symphony Wood, деревянные, их 6 штучек, посмотрите, 6 штучек, 6 спиц. Номер 2, 15 сантиметров. И еще 2,5, также 15 сантиметров спица, также их 6 штук, 2,5. Symphony Wood от Knit Pro. Вот такие разноцветные красивые спицы. Это деревянные носочные. Далее идут новокубики, деревянные кубики. Леска 100, номер 3,5. Вот такие. Съемные, девочки, новый металл, номер 3, стандартной длины, не укороченные, номер 3. Так, Зинги на леске 100, номер 4. Крючок от Knit Pro, номер 5. Вот такой вот крючочек, номер 5. Soft Creep от Knit Pro. Спицы бамбуковые, леска 60, номер 8. Бамбуковые спицы. Давайте посмотрим. Такие они гладкие-гладкие. Ну, это мои, вот это мои спицы, поэтому я их открываю. Взяла себе такие. Ну, чтоб были. Они очень классные, они гладенькие. Потому что я их взяла для того, чтобы вязать шапочки. Леска 60. И для шапочек самое то. Вот такой лесочки будет. Вот. Ну, мне захотелось. Это бамбуковые.
Дальше. Так, тут идут теперь носочные наборчики также, но 15 сантиметров. Зинги Нитпро, металлические, номер 3, носочные. Две пары, ну, два комплекта, 15 сантиметров, носочных спиц, номер 2. Вот таких два наборчика. Так, кубики деревянные, съемные, номер 4. Деревяшечки. Зинги 80 на лесочке, да, 80, номер 2,5. Две штучки. Также леска 80, 2,75. Также их две штучки. По две прям идут. Также 80 лесочка. Тоже две штучки, номер 2,25. Леска 100, номер 2,5, красненькие. Носочные наборчики 15 сантиметров, номер 2,75, номер 2,25. И еще один набор 2,75. Лесочка 40 сантиметров. Так, кубики, девочки, леска 120, номер 3. Металлические уже. Это не деревянный, это металл. Съемные укороченные зинги, металлические, номер 3. Дальше кубики, леска 100, номер 4. Басикс. Нитпро Basics, это деревянная спица, леска 100, номер 6. Кстати, недорогие они. Леска 80 Basics, номер 4, деревяшечки. Ну, визуально так похожи они на бамбук. Леска 80, номер 3,5. Леска 80, номер 3. Леска 80, также Basics, номер 2,5, девчонки. Так, девочки, дальше. Спицы прямые. Посмотрите, какие длинные. Я когда-то в молодости вязала такими. Вот это 40 сантиметров, номер 2,5. Это от Нитпро Зинги. 40 сантиметров, номер 2,5. И вот эти вот номер 3,5 салатовые, это 35 сантиметров. Ну, их, естественно, по 2 спицы. Вот. Такие большие, такие непривычные, длинные спицы. Так, дальше, девочки. И дальше идут переходники. Их также можно, ну, приобрести отдельно, дополнительно. Это переходники. Если вам надо соединить леску, например, сделать ее больше, вот это вот помогает. Соединяются две лесочки, и вы, ну, получаете нужный размер, который вам необходим лески. Дальше леска 40 сантиметров, желтенькая. Это самая маленькая леска. Номер 2,25 зинги, 15 сантиметров, это металлические. Так, 20 сантиметров носочные, 2,5 номер. 15 сантиметров опять, 2,5 номер. Еще одни 2,5, 15 сантиметров. 20 сантиметров, номер 2. И укороченные новометал, съемные, номер 3. Вот такие вот малыши. И у меня остался, девочки, последний набор. Открыть я его, к сожалению, не могу.
Это подарочный набор Knit Pro Royal. Это люксовская серия, подарочный набор. Поедет он у меня очень-очень далеко. Я надеюсь, к Новому году он дойдет. Здесь у нас в наборе получается спицы 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. 4 кабеля 60, 2 на 80 и 1 на 100. Также здесь есть ключики, есть переходники. Вот такой набор, он в запаянной пленочке. Открывать, конечно же, я его не буду. Royal Paris. Вот такой вот набор. Все, девчоночки, все, мы с вами посмотрели всю поставочку со спицами. Пусть она небольшая, но она очень-очень долгожданная. И я хочу сказать, что мы можем с вами успеть еще один раз выкупиться в этом году. Поэтому, если вам нужны спицы на подарок или вы хотите себе сделать подарок на Новый год, то поторопитесь, давайте быстренько ускоримся максимум. Нам надо отправиться 20 число, это максимум, чтобы у нас был уже сделан заказ, и мы могли уже ждать, пока они ко мне придут, пока они к вам придут. Поэтому максимум до 20 числа нам нужно выкупиться. Все, девчонки, на этом заканчиваю видео. Пойду разбирать все наши покупки, все наши приобретения, которые пришли. И на этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.